13 мая, среда. Выяснилось, какие из полезных советов на самом деле бесполезны. По мнению исследователей, к пустым занятиям относятся, например, посещение стоматолога дважды в год. Этот совет первоначально исходил из рекламы зубной пасты, но никаких научных подтверждений этому нет. Если зубы и десны здоровы, посещать дантиста эксперты советуют один раз в год. Не стоит есть после 6-8 вечера из той же серии. Причем, если лечь спать на голодный желудок, то можно пострадать от расстройства сна. Доброе утро, меня зовут Денис Липкин. Утренний эспрессо расскажет о самом интересном, что происходит с нами и вокруг нас. Смотрите сегодня. Форум в формате открытого диалога в теме дня о слете брестской молодежи. Мастер-класс «Малеванки». В Пружанском районе сохранили традиции росписи по стеклу. А также обсудим в студии появление в Бресте мини-сцены для уличных музыкантов. Начнем с экономических новостей. В конце мая представители деловых кругов Брещины посетят Всемирную выставку «Экспо-2015» в Милане. В Национальном павильоне Республики Беларусь в рамках Дней Брестской области пройдет торжественная презентация торгово-экономических возможностей нашего региона и свободной экономической зоны Брест. В ходе переговоров у брещан будут возможности напомнить итальянским партнерам о наработках по сотрудничеству. Состоятся встречи с представителями Министерства экономики и финансов Италии. Будет также презентован курортно-санаторный потенциал нашей области. О чем еще актуальном пишет сегодняшняя пресса в нашем традиционном обзоре. Празднование Дня Победы в Бресте было насыщенным, и корреспонденты «Вечерки» подготовили репортажи с площадок, где проходили главные события, приуроченные к юбилейной дате. Праздник имел много адресов. Обо всех его гранях рассказывают журналисты «Вечернего Бреста». Летний отдых детей в городе. Так звучит очередная тема для обсуждения, вынесенная на страницы «Вечернего Бреста». Тема очень актуальна в преддверии каникул, и на страницах газеты своим мнением поделились педагоги, которые не понаслышке знают о преимуществах отдыха детей в школах и за городом. Читайте в номере за среду. В эти праздничные дни местные таксисты организовали автопробег к памятникам и обелискам в 11 населенных пунктах Лунинецкого района. Мероприятие проходило с участием ветеранов войны, школьников и представителей власти. Подробнее об этом расскажут «Лунинецкие новины». Не сдаваясь возрасту, на велосипедах проехали по райцентру пожилые лунинчане из организации дневного пребывания для престарелых граждан. Адреса маршрута выбрали не случайно. Необычную акцию приурочили к юбилею Великой Победы. Читайте об этом в «Лунинецких новинах». Сразу три коллектива Лунинецкой детской школы искусств стали победителем на региональном празднике-конкурсе «Музыкальный калейдоскоп» в Пружанах. О заслуженных наградах в непростой конкуренции читайте в очередном номере «Лунинецких новин». Телемост между Кобрином и российским городом-побратимом Ливны состоялся накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно эта юбилейная дата стала лейтмотивом телемоста. Как проходила трансляция, вы сможете прочитать на страницах газеты «Кобринский вестник».
Ружанский постсовет после объединения трех сельсоветов самый большой в районе. Занимает площадь около 49 тысяч гектаров. Это шестая часть Пружанщины. В 33 населенных пунктах здесь проживает 6,5 тысяч человек. Разумеется, что после объединения проблем у работников постисполкома добавилось, пишут районные будни. О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы утреннего эспрессо. Об этом событии еще напишет пресса. В конце этой недели под Брестом пройдет молодежный форум в формате открытого диалога. Поэтому этим утром к нам на чашку кофе мы пригласили первого секретаря городского комитета БРСМ Вадима Степанчука. Доброе утро. Доброе утро. Кого объединяет этот форум? И, наверное, самое интересное, почему он в формате открытого диалога? С кем молодежь будет общаться? Данный форум объединяет все категории молодежи. Это школьники, учащиеся СУЗов, ПТУЗов, студенты вузов и работающая молодежь. Мы приглашаем молодежь 16-18 мая на берег замечательного озера Селяхи, чтобы вместе посоревноваться, пообсуждать насущные молодежные проблемы, получить массу удовольствия от песен у костра, от каши, которая будет приготовлена на костре. Если взять непосредственно мероприятие, почему оно под Брестом, а не возле Бреста? Хотя Селяхи такое излюбленное для туристов, любителей вообще активного образа жизни место. Озеро Селяхи – это одно из немногих мест в окрестностях Бреста, где можно собрать большое количество молодежи и не мешать окружающим и с пользой провести свободное время. Очень хорошее место, на нем там есть и база отдыха, и озеро, и замечательный лес. Но команды, которые будут участвовать в форуме, они, конечно, будут отдыхать в палатках, верно? Большинство участников форума будет жить в палатках, все верно. Но вот такие условия спартанские не пугают молодежь современную 21 века? В форуме примут участие самые активные представители молодежи. Они уже месяц назад нашли себе палатки, спальники, котелки, думали, чем добраться, что будут кушать, поэтому они готовы. Ну, кроме того, что вы сказали о том, что будет вкусная каша, ждать участников, непосредственно какие испытания ожидают команды? Запланирована у нас целая конкурсная программа. Это и туристическая эстафета, и ориентирование, и водные этапы, интеллектуальные конкурсы. Ну и, разумеется, творчество. Можно будет проявить себя в творчестве, спеть песню у костра. Это будет все оценено и сведено в общий итоговый протокол. Такой соревновательный дух, чтобы присутствовал тоже. То есть, в принципе, будут объявлены победители по итогу? Все верно. По итогам всех конкурсов будут объявлены победители и награждены ценными призами. Ну, как уникальное место мы уже сказали о Селяхах. И, понятное дело, многие с собой возьмут удочки. И на этом сыграли организаторы. Каким образом? Участникам молодежного форума будет предложено утром в 6 утра сразиться в турнире по рыбной ловле. Аж сразиться даже? Конечно, тоже по итогам соревнований будет взвешен улов. И тоже определены лучшие рыболовы нашего молодежного форума. Ну, а вечером, я так понимаю, лучшие повара, кто приготовит из этого улова уху. Все верно. Конкурс блюда тоже есть в нашей программе. Ну, давайте еще раз вернемся к объявленному формату. Это открытый диалог. И я знаю, что вы приглашаете первых, самых видных чиновников города Бреста к себе на форум. Приедут? Молодежи города не безразлично то, как он развивается, новинки города, которые появляются. И у них много вопросов у молодежи. Как, где, почему, зачем. Поэтому мы решили пригласить руководство города. Надеюсь, они к нам приедут. И молодежи будет уникальный шанс из первых уст узнать все перспективы развития нашего города. И в том числе, как будет жить молодежь в нем. Вадим, вы сказали, что уже порядка 350 участников есть точно мероприятие. А вот сейчас, когда остались считанные часы и дни до его начала, можно ли еще стать участником? Как говорится, еще есть возможность запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, обратиться в комитеты Союза молодежи, и, я думаю, мы обязательно возьмем с собой на это замечательное мероприятие. Ну что ж, удачи вам в его проведении, любое начинание – это здорово. Всего доброго, хорошего дня. Спасибо, всего доброго. Молодежный форум города Бреста пройдет 16-17 мая на озере Селяхи. О нем подробно рассказывал Вадим Степанчук, первый секретарь городского комитета БРСМ. Сегодня 13 мая, и этот день ознаменован следующими событиями. В
1836 году началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село-Павловск. Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования. Поездка занимала 42 минуты, а средняя скорость движения была 32 км в час. 13 мая в 1839 году родилась Зинаида Радченко, белорусский фольклорист и этнограф, действительный член Русского географического общества. Собирала фольклор в Гомельском уезде, записывала белорусские народные мелодии и присказки. Опубликовала около 700 белорусских народных песен. В этот день в 1950 году в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. Соревнования проходили в присутствии членов британской королевской фамилии. Стартовавший на Альфа-Ромео 44-летний итальянский гонщик Джузеппе Нино Фарина лидировал всю гонку от старта до финиша и в итоге победил. В этот день в 1958 году швейцарский инженер Георг де Мистраль зарегистрировал торговую марку застежки-липучки «Велкро». Этот термин происходит от французского и в переводе на русский означает «бархат с крючками», что достаточно точно описывает саму застежку. Идея пришла ему в голову, когда он гулял со своей собакой в Альпах, а она застряла в кустах репейника. 13 мая в 1986 году в Минске родился Александр Рыбак, норвежский певец и скрипач, победитель конкурса песни «Евровидение» в Москве. Молодой исполнитель получил рекордное количество баллов за все время проведения конкурса песни «Евровидение». 13 мая, среда. Продолжаем. Стал известен окончательный состав национальной сборной Беларуси на первые Европейские игры. Они пройдут в июне в Баку. Наши спортсмены смогут завоевать в Азербайджане лицензии на Олимпийские игры в Рио 2016. Брещину на Европейских играх представят 9 атлетов. Кристина Федорашко в вольной борьбе, Елена Амелюсик в велоспорте, Олег Юреня в гребле на байдарках, Александр Коваленко в пляжном волейболе, Дарья Скрипник в дзюдо, Юрий Щербацевич в пулевой стрельбе, Олеся Зайцев в бадминтоне, Александр Буйкевич и Сергей Бык в фехтовании. А в утреннем эспрессо продолжаем рассказывать о тех брестских спортсменах, кто еще стремится к самому высокому Олимпу. Как утверждают опытные борцы, на ковре побеждает не сильнейший, а самый выносливый. Это говорит о том, что путь к успеху в этом единоборстве лежит через огромный труд на тренировках, а до звезд дотягиваются только самые упрямые и настойчивые. Так ли это на самом деле, нам расскажет один из сильнейших борцов Бреста. На тренировке у Григория Козовского собраны самые талантливые и сильные борцы города. Это неудивительно, ведь именно этот именитый наставник не так давно поставил на ноги сборную Литвы по борьбе. Сегодня под его началом на глазах крепчает и дружина Брестской области. Опыт, авторитет, неиссякаемая тренерская энергия и любовь к профессии – все это подкупает наших ребят и приносит плоды, несмотря на все проблемы. На сегодняшний день у нас 4 района ездит борьба. Желательно, чтобы было не 4, а больше. Это такое вещь, что тут много финансирования не надо. Найти место, помещение, положить ковер. Вот этот ковер, который стоит полностью 12-12, там 4,5 тысячи долларов, так он на десятилетия хватит, если не на больше, он оправдается. А детки хоть пойдут куда-то тренироваться. Творец самой значимой победы Брестской школы на зимнем чемпионате страны по вольной борьбе Игорь Дроздович. Технику единоборств молодой спортсмен изучает с 10 лет. В старании и усердии ему, конечно, не откажешь, но не последнюю роль здесь играют также природные задатки и кавказская кровь. Раннее детство юноши прошло в Кабардино-Балкарии, где борьбе отводят особую роль. Там климат создан для того, чтобы человек сам по себе был, от природы заложено вот это. И просто я знаю, что там кроме борьбы никто ничем не занимается. Это самый популярный вид спорта там. И там очень большая конкуренция и численность спортсменов в зале. Так что оттуда выходят лучшие, друг на друге набариваются, и вот на результат. К тому же в этом виде преуспел и отец Игоря. Все это и предопределило успешное будущее в спорте. Сейчас, когда за спиной много больших стартов и медалей, первые шаги на борцовском ковре номером 1 весовой категории 70 среди всех молодых вольников страны вспоминаются с легкой ностальгией. Конечно, когда только приходишь, ты ничего ж не знаешь, ничего не умеешь. И каждый прием дается с трудом. Это уже сейчас идет мелкие доработки каждого приема. А тогда все идет с базового нуля.
И да, много не получалось, но был очень большой интерес, стремление этому научиться. Как и любой спортсмен, Игорь Дроздович души не чает именно в своем виде спорта, и только его считает самым полезным, доступным и подходящим для любого желающего развиваться физически. Активный спортивный образ жизни. Очень много, я хочу сказать, повлиять на дальнейшее, где-то подкачаться, набрать форму. Это никогда в быту не помешает, да и если для самообороны. Так что я считаю, наш вид спорта, как никакой другой, подходит для обычного человеческого образа жизни. Постоять за себя в этом случае не представляет никакого труда, только вот подходящий момент у таких ребят, как показывает опыт, выпадает нечасто, что, собственно, и не удивляет. Драться, и мне вообще как бы мало приходилось за пределами зала, и никогда как бы не применял свои навыки борьбы, потому что это было бы нечестно по отношению к оппоненту. Финальную февральскую схватку, которая и позволила стать лучшим в Беларуси, Игорь считает самой значимой в карьере. Свою состоятельность и готовность защищать цвета нашей страны и на более высоком уровне он доказывает уже не впервые. А вот завоевать доверие тренеров сборной получается не всегда. Я, допустим, отбирался даже 3 раза на Европу, 2 раза на Европу и на мир. Меня как бы не повезли, повезли вместо меня. И даже в этом году выиграл республику, повезли не меня, а другого спортсмена. Где-то кто-то уже на тренерском уровне решают, кого вести. Может быть, это тоже какой-то задаток тому, что не на кого равняться. Но останавливаться и опускать руки одаренный и амбициозный спортсмен не намерен. Главная цель сложна, но реально – Олимпийские игры. Учитывая еще совсем молодой возраст, времени на реализацию смелого плана достаточно. Профессиональные спортсмены всегда ставят только Олимпийские игры перед собой, а уже как близко удается достичь этой ступени, то судьба у каждого показывает по-разному. Кто-то достигает, а кто-то немножко не доходит. Останавливается на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Но я хочу сказать, это тоже большие достижения. Совсем недавно самый успешный на этот момент брестский борец поменял вольный стиль на греко-римский. Что ж, возможно, своего рода перезагрузка приведет к новым победам и пьедесталам. По крайней мере, его тренеры и партнеры в это искренне верят. Да и сам новоиспеченный чемпион Беларуси, несомненно, приложит все усилия. На календаре 13 мая, середина рабочей недели. Спасибо, что вы по-прежнему с нами. Ивацевичский историко-краеведческий музей начал прием заявок на участие в мероприятиях в мемориальном комплексе партизанской славы «Хованщина». В последнее воскресенье мая на месте базирования штаба партизанского соединения Брестской области не только можно будет узнать о героях подполья, но и увидеть один день из жизни партизанского отряда. Реконструкцию покажет Брестский военно-патриотический клуб «Гарнизон». О погоде на сегодня в Ивацевичском районе и не только. Смотрите далее. В утреннем эспрессо все самое интересное из жизни Брестского региона. Районный центр ремесел, который находится в деревне Русино Барановичского района, готовит новые программы для посетителей. Так здесь можно увидеть обряды с элементами европейской и традиционной свадьбы. Для этих целей отремонтирован специальный домик, в котором все обставлено как селянская изба конца 50-х годов прошлого столетия. Также разрабатывается сценарий и готовятся куклы для театрализованного представления «Батлейка». Оно предназначено для детей. А в Пружанском районе сохраняют традиции местной росписи по стеклу. Как делают малеванки, расскажет наш утренний корреспондент Татьяна Болтуть.
Пружанах возрождают традиционное для этой местности старинное искусство росписи по стеклу. Каждый четверг, пятницу и субботу ученики местных школ собираются в Доме культуры, чтобы создавать такие вот малеванки. Эта техника где-то с 30-х, 50-х годов. Она, вот она моя ровесница где-то. В каждом доме в деревне были вот эти картинки, малеванки на шкле. И там были изображены и котики, и голуби, и кветки, и были с фотографиями. И они вешались в домах в красном куту. Вот тут икона, а рядом вот эти картинки. Мария Кулецкая первой стала возрождать в Беларуси старинное искусство и без того редких малеванок. Ведь они были распространены и украшали интерьеры домов лишь в некоторых областях. Серьезно заинтересовалась расписанным стеклом еще в 90-х годах. Но тогда этому не учили ни в университетах, ни в школах. Мало того, в домах стали вешать совсем другие, более современные картины. Лет 10 назад по ее инициативе в Пружанах появился первый кружок росписи по стеклу. Сегодня один из немногих в области. В него тогда записалось рекордное количество детей – 150 человек, в том числе мальчишки. Не поубавился интерес к малеванкам и сегодня. Нужно стараться, не спешить. Красиво все делать. Даша Лапыка учится во втором классе, но говорит, разукрашки – это для малышей. Куда интереснее рисовать по стеклу. Я люблю рисовать цветы, потому что они очень красивые, вкусно пахнут. Еще я люблю рисовать зверей, особенно лисичку. Она красивая. Прежде всего, надо работать аккуратно со стеклом, чтобы не порезаться. Для этого нужно еще тушь и перо. Надо наносить рисунок и сначала начинать от верха к низу, чтобы не вымазаться и чтобы не размазать рисунок, который ты нарисовал уже. Потом надо дождаться, пока высохнет, и разукрасить красками. Процесс создания такой картинки замысловатый, но не сложный. В ход идет самое обычное – стекло, фольга, гуашь и масло. Мария Николаевна может и не сомневаться, подрастает отличная смена. Теперь девочки могут помогать ей в мастер-классах, которые время от времени проводит педагог. Когда я нарисовала первую работу, мне немного помогали мои подруги, а сейчас я уже рисую самостоятельно, ну и уже более красивые мазки. Я придумываю иногда свои картины, и это очень красиво выходит. Я, значит, здесь занимаюсь, а вот дети, которые вот в соседних деревнях там, вот, и все, они же то это, они тоже, им тоже хочется. Я даже заметила, что как, не только в деревнях, я в Бресте на площади, вот это был праздник города, стала вот так вот, столик поставили, все, я рисую, а дети сразу, а как к вам записаться? И что мне сказать? Я говорю, Пружаны, приехать только, говорю, не могу, я ничего вам пообещать. Для Марии Николаевны важно сохранить это искусство в том виде, в котором оно пришло к нам. Поэтому учит, настоящая пружанская малеванка – это 2, максимум 3 цвета. Традиционно именно это вот было, вот как я вот делаю. Немножко такое, как я говорю, не под линеечку. Я как-то в университете культуры, вот дочка моя занималась, их там уже завитулечки все, чтобы аккуратненько, уже чуть ли не под линеечку. Я говорю, это уже все, это не то, это уже современное, это уже... более такое модное. Вот. А я вот делаю именно прямо от руки, вот как повела, так повела. Кривое лицо, кривое. Глаз выше, ничего. Вот это так было. Я картинки такие видела. У кота, может быть, и глаз, и туда, и сюда. Мария Кулецкая работает в самых разных жанрах. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Но делом всей ее жизни стала роспись по стеклу. В ее картинах реалии из жизни, природа и фантазии из мира легенд и сказок. Простой кусочек стекла она превращает в цветную сказку. А сказка не может существовать сама по себе, без того, кому ее рассказывают. Вы смотрите «Утренний эспрессо». Хотите быть умным? Как минимум, правильно питайтесь. Названы овощи, которые повышают умственные способности. Специалисты из университета РАШ провели эксперимент, в котором приняло участие 950 человек со средним возрастом 81 год. В результате оказалось, что пенсионеры, которые регулярно употребляют шпинат и другие листовые зеленые овощи, имели умственные способности чуть более чем на десятилетия моложе своего возраста. Тем, кто не любит шпинат, исследователи дают такой совет. Обеспечить организм витамином К, лютеином и бета-каротином можно, употребляя морковь, помидоры и болгарский перец.
Делаем вкусный и полезный завтрак вместе с Иваном Грининым. Доброе утро! Всем нам известно, что Беларусь богата реками и озерами, где водятся раки. Это первый признак чистой воды. Поэтому сегодня я приготовлю салат с раками, выловленных из наших озер. С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гринин Иван. Приступим. Для этого нам понадобится руккола, салат радичо, раковые шейки, панцирь рака, помидоры, йогурт, дижонская горчица, хрен, пармезан и немножко мяты. Сначала мы приготовим соус. Для соуса нам понадобится йогурт. Берем йогурт. Йогурт обычный, био, обезжиренный, 2-3%. Немного горчицы. Хрена. Пармезана. Перчика и соль. Все это тщательно перемешаем. Тщательно все перемешали. Следующим этапом мы нарежем немного радичу. Немного мяты. Возьмем руккулу, отрежем хвостики и покидаем в миску с радичью. Все перемешаем. Возьмем череп помидор, разрежем его на 4 части. Добавим салат. Раковые шейки добавим в йогурт. Перемешаем. Теперь нам осталось только выложить. Берем тарелку. Выкладываем салат. И выкладываем раковые шейки. Немного поливаем соусом. Я заранее отварил раков, и их почистил. Но отложил один панцирь, которым украшаю салат. Сыплю пармезан. Итак, наш салат с раками готов. Раки были выловлены в водоемах Брестской области. С вами был шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гринин Иван. Приятного аппетита! Заявить о себе как о человеке, полном различных талантов. Такую уникальную возможность получили финалисты областного конкурса «Твоя минута славы». В отборочных этапах проекта приняли участие свыше 300 человек. Но лучшими из лучших стали 14 претендентов на главный приз. В номинациях конкурса были представлены все виды творчества современной молодежной субкультуры, а также вокал, хореография, оригинальные эстрадно-цирковой жанры. На финальном туре побывала и наш утренний корреспондент Мирослава Маяковская. Она разузнала секреты творческих людей и поняла, какой ключ подходит к сердцу профессионального жюри. Что можно сделать всего лишь за одну минуту? Конечно же, продемонстрировать свои различные таланты. Самое главное на областном конкурсе «Твоя минута славы» – это запасть в сердце профессиональному жюри. 14 участников и всего один возможный победитель. Кто же им станет? Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же мир и пронесся.
На сцене Центра молодежного творчества трюкачи, танцоры, певцы, фокусники и даже спортсмены с различных уголков Брестской области. Каждое выступление участников – это не один месяц подготовки и оттачивания мастерства. Каждый из 14 участников финала конкурса уже победитель. Но честь представлять нашу область достанется самому лучшему. А критерии оценки членов жюри весьма просты. Главный критерий как раз креативность, необычность, новый подход, новые решения известных произведений или, может быть, вообще авторские произведения, которые не исполнялись до сих пор, до этого дня. Победитель получает главный приз, диплом управления образования. Ну и, конечно, будем приглашать победителя на концерты, творческие проекты, наши областные центры молодежного творчества. Конкурсантам уже удалось превзойти в креативности и находчивости более сотни коллективов, изначально претендовавших на звание лучших из лучших. Основная цель такого ежегодного конкурса показа – это возможность самореализации творческой молодежи и обмен опытом в этой сфере. Участница из Пинска Яна Займист уже не представляет свою жизнь без песни. Начала заниматься вокалом еще в детском саду. Девушка не первый раз участвует в подобных мероприятиях. И очень надеется, что благодаря твоей минуте славе получит путевку на большую сцену и возможность связать свою жизнь с концертной деятельностью. Музыка для меня – это все. Она путь для меня. Она мне показывает смысл жизни. Для меня это большая честь участвовать в каких-либо конкурсах, неважно, какие это областные, республиканские, или даже в нашем просто Пинске. Для меня это большая честь. Членам жюри было нелегко выбрать лучшего, потому как жанры исполнения были абсолютно разными. У нас такой танец тематический на тему семьи, отношений в семье, сестры. Мы о том, как мы поссорились и пытаемся помириться. Ну, Юля давно занимается танцами, я не так давно. Я в театр пришла и там уже затанцевала. Первое место и путевку в суперфинал получил хореографический ансамбль «Импульс» из Баранович. Второе место у вокального коллектива «Триумф», представляющего Брестский технический университет. А бронзу завоевала Ксения Пухнаревич из «Пружан». Для этих участников финишная прямая конкурса «Твоя минута славы» стала началом покорения новых, уже республиканских высот. Уличных музыкантов Бреста теперь тоже есть возможность самореализации. На Советской открылась специальная площадка. Идея мини-сцены под открытым небом у главы города Александра Рогачука возникла уже давно. По его мнению, это бы создавало хорошее настроение жителям и гостям Бреста, а для уличных музыкантов было бы свое место для творчества. Эту инициативу обсудим с известным брестским музыкантом, лидером группы «Спасение» Игорем Мухой. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Ну вот этот небольшой постамент, можно его рассматривать как первая ступенька к профессионализму в будущей славе. Памятник демократии, шанс молодым музыкантам выступать, возможность людям услышать молодых музыкантов. Да не только молодых музыкантов, вообще музыкантов в любом виде творчества. Вообще это, считаю, одно из главных событий полугодия города Бреста. Но это не стыдно выступать на улицах? Наверняка это, есть какой-то престижно. Вот такой барьер внутри музыкантов, внутри профессионалов есть. Или я нет? Помню наше первое выступление, это было Рождество 1991 года, мы были в Германии. Я думал, я буду играть,
я вот буду с саксофоном стоять и играть для людей, я это же как-то низко, потому что концерт, понятно, но на улице, там тебе будут бросать деньги, там как будто подачка. Но потом я понял, что это не так просто, во-первых, играть на улице. Это свой адреналин какой-то? Тебя не будут слушать, если ты не интересен. У людей есть шанс просто пройти мимо и вообще на тебя не обратить внимания. Ну и это презрение, это для музыканта, я считаю, самое страшное, что может быть. Поэтому если ты выступаешь на улице, ты должен быть особенно актуален и интересен для слушателя. Только так ты можешь привлечь внимание. Ну, я не говорю только, допустим, про деньги. Хотя это взаимосвязано. Тебя любят, тебе готовы там поделиться чем-то своим за твое творчество. Но это же хороший европейский опыт, правильно? Достаточно часто встречаются уличные музыканты. Мировой опыт. Не только европейский, я думаю, во все времена музыканты ездили и выступали в тех местах, где были люди. И открытие площадки на Советской, потому что она легализована. Ну, там можешь, допустим, заказать там выступление свое или там выйти просто. Даже электричество с розетками, подключайся и играй. Это шикарно. Я считаю, это событие, ну, это знаменательно. Но творчество-то разное. Наверняка, может быть, подтянутся и те, кому бы и не стоило на этот постамент-то заходить. Конечно, где-то там и ребята там случайные. Ну, может быть, в этом какая-то есть и интрига. То есть все равно народ не обманешь. Он же видит творчество, может оценить его и может пройти мимо. В любом случае, мне кажется, определяет и зритель. Зритель определяет судьбу того, кто будет выступать, в общем-то так. Но в целом вообще стать музыкантом в нашем городе, в нашем областном центре сложновато или нет? Да не сложно, нужно хороший продукт выпускать. Я всегда всем говорю, что... Но ну, сразу конечно, же не будешь выпускать хороший продукт. Сначала же надо реализоваться. Стать профессионалом, ну, площадка, да? Это, то есть найти себя. Да, площадочка такая, да, один из тоже способов заявить о себе, о своем творчестве. Как можно еще заявить? Обязательно встретиться с профессионалами? Интернет. Можно выбрасывать, если хороший продукт, его раз просмотрели, уже тебя знают. Сейчас... Но многие относятся к интернету как к большой мусорке. Может быть, тоже где-то хоть и хорошая вещь, но будет на задворках. Да. Ну, а площадка это настоящая. Мне нравится. Я вот сейчас говорю, я говорю с вдохновлением, с воодушевлением. Потому что я сам помню и первые переживания, вот, о которых я говорил, когда я первый раз вышел на улицу и стал играть. Кстати, неплохо мы зарабатывали тогда. Но ваша музыкальная жизнь продолжается. Прошлый год был юбилейный. Этот не юбилейный, но не менее событийный. Вот только-только был концерт в Москве. Какие еще гастроли предстоят и о чем приятно вспомнить? Несколько хороших в Европу, поездок в Европу сейчас было. Хороших еще потому, что коротенькие были. Мы отказались от длительных туров, потому что хотелось бы уже побольше быть дома. Еще планируем на осень несколько выступлений. Но на следующий год мы все-таки хотели бы в нашем городе сделать хороший концерт. У нас есть сейчас новый материал. Появляется уже время посидеть немножко, поработать над этим материалом. И музыканты заскучали. Когда концерт очередной, давай в своем городе проведем тоже что-нибудь. Хотя мы небольшие выступления, мы, конечно, делаем. И в «Апельсине», вот это, в благотворительной акции. Небольшие выступления, каких-то корпоративов, встречах, таких небольших, скажем, юбилеях и все прочее. Все равно это тоже серьезное творчество. Я считаю, что нужно быть интересным. А вот так, не хочется, конечно, никого не обидеть, не говоря там стряхнуть стариной или чем-то, да, а сдув, например, пыль с любимого саксофона, в очередной раз выйти на площадку, на уличную и порадовать своим мастерством. Может быть такое? Да я мечтаю уже об этом дне. Площадка открыта, надо тоже появиться обязательно. Хотелось бы выступить и самому можно, и в составе команды, вот так же с шекером. От Кока-Колы, с гитарой. Гитара, саксофон, шекер, скрипка. Вот это наш состав, который готов работать на улице и на новой площадочке тоже. Игорь, ну услышать музыкантов группы «Спасение» на главной пешеходной улице города Бреста еще такая возможность предстоит. А после того, как мы попрощаемся, конечно же, посмотрим клип от «Спасенцев», то, что уже есть и что многие любят. Хорошего дня, всего доброго. Спасибо. Итак, моим собеседником был брестский музыкант, лидер группы «Спасение» Игорь Муха. Меня зовут Денис Липкин. Всем хорошего дня. Увидимся в утреннем региональном эфире на телеканале «Беларусь-2».
холодная планета. Я не знаю, как и кто здесь мы. Не нахожу ответа. Жить в поисках врага, а так хотелось друга. Как вырваться тогда из замкнутого круга? Улетай, в небе встретишь новый день. Большая звезда согреет тебя, а сердце согреет. С фонарем без света мы искали в небо мосты от души рассвета. Но поиски врага, когда хотелось друга, отправят, как всегда, по замкнутому кругу. Улетай, в небе встретишь новый день. Большая звезда сердце согреет кровь, кого распинал, ночами не спал. Мир просто не знает любовь. Yeah.